100 тысяч подписчиков к концу года. Я удаляю этот канал. Привет. Ну, по названию ролика понятно, что мы сегодня будем с тобой делать. И также в начале видео ты все прекрасно понял. Итак, 73 тысячи подписчиков в данный момент. Я хотел 100 тысяч, и я себе сказал, что я удалю этот канал. И в этом видео ты увидишь, как я это сделаю. Но сначала давай пройдемся по хорошим воспоминаниям всего 2020 года, где каждый из вас был со мной и дарил мне просто нереальнейшие эмоции. Посмотрим. А да ты что, гонишь, что ли? 15 тысяч! 6 тысяч человек. 7 тысяч человек. Кстати, нас уже 22 тысячи человек. Я буду всегда их вспоминать, потому что действительно, для меня в творческом плане 2020 год был великолепен. Мы отставим в сторону экономику, политику, кризисы, пандемию. Мы не берем это, мы берем творческую составляющую. Я благодаря тебе, ты смотрел мои видосы, ты ставил лайки, ты писал комментарии. Я старался отвечать на каждый комментарий. И это меня вдохновляло, это меня мотивировало. И я тебе скажу больше. Это меня выводило на высокий уровень. И я тебе могу смело заявить, что благодаря тебе я до сих пор здесь. Но за слова надо отвечать. Я удаляю этот канал. Поехали мы вместе с тобой. Это сделаем. Надо. Ну, надо это было сделать. Давай просто поставь лайк под этим роликом. Пусть будет. Мне будет приятно. Итак, начинаем. Начинаем удаление канала. Как я сказал в своем ролике, я удаляю этот канал, если на нем не будет 100 тысяч подписчиков. Как ты видишь, этот канал не набрал 100 тысяч подписчиков. Значит, мы его удаляем. А ты что думал? Я Сайбербанана канал удалю? Сейчас, конечно. Впереди нас ждет вообще огромнейшее будущее. И не помимо этого канала, а еще дальше будет. Давай сейчас удалим все-таки этот канал. И я расскажу, что тебя ждет впереди в 2021 году. Итак, начинаем. Нажимаем сюда. Дальше творческая студия. После чего летим в настройки. Здесь мы находим канал, расширенные настройки, и вот тут есть удаление контента с YouTube. Нажимаем. Дальше вводим пароль. Так, симсалабим, какой же там, как-то так, вот так и вот так. Вроде оно. Дальше. Здесь я хочу скрыть свой канал, и я хочу навсегда удалить свой контент. Именно это нам и нужно. Здесь будет удалено все, что тут написано. Будут удалены без возможности восстановления следующие данные. Нажимаем. Чик. Удалить мой контент. Удалить мой контент. Чтобы продолжить, укажите адрес электронной почты. Нажимаем. Так, так, удалить мой контент. Сейчас выполняется полное удаление вашего контента. Обычно этот процесс занимает несколько минут. Однако, если данных очень много, их удаление может продолжаться до 2 дней. Ребят, дождемся момента удаления канала. Я уже думаю, наверное, это будет 1 января 2021. Но Сайбербанана канал живет. Поэтому, братка, братиш, лучший, великолепнейший, брат. Спасибо, еще раз тебе говорю, красавчик, что ты находишься со мной. Хрен, я теперь вылезу с YouTube. У меня будет открываться еще несколько каналов. Я хочу вместе со своей супругой попробовать вести научпоп. Я прям вообще топлю за эту тему и надеюсь, что тебе это тоже будет интересно. В ближайшее время я тебе скину все ссылочки в рассылочке. Так что ты давай, там, подписывайся на рассылочки. Все, вообще все ссылочки в комментариях найдешь, там, в описаниях, везде там есть. Также еще один дополнительный канал, который называться будет «Банановый смузи». В этом канале я также не буду сейчас спойлерить, для тебя ждет интереснейший сюрприз. Я буду делать АСМР и буду жрать, точнее, потреблять пищу, употреблять пищу, для того, чтобы ты это смотрел. Также еще будет «Банановый контент», так будет называться еще канал.
Я там буду смотреть видосики, реакции. Короче, в общем, будет много всего интересного. На самом деле, это я так еще рофлю, потому что что-то настроение у меня реально новогоднее. Братиш, поздравляю тебя с наступающим Новым годом. Не будем брать. 2020 год действительно был сложный год. А впереди, как у тебя, так и у меня, интересное путешествие. Давай отправимся вместе. Подписывайся на канал, не теряй меня. Ты знаешь, где меня найти. Все соцсети есть в описании. Пока-пока. И еще раз. С праздником.